Приготовим вкусные и сочные люля-кебаб в духовке и в аппетитной подаче со свежими овощами в лаваше. Лук измельчаем, обязательно выжимаем сок и отправляем к фаршу. Добавляем соль, перец, паприку, все хорошо перемешиваем и немного отбиваем мясо. Таким образом волокна хорошо сцепятся между собой и люля не будет разваливаться. Решетку от духовки покрываем фольгой и руками образуем небольшие углубления. Обязательно влажными руками берем небольшое количество фарша, еще раз немного отбиваем в руке и формируем люляшки. Отправляем их в духовку примерно на 40 минут. Тем временем подготовим овощи и зелень. С кинзы я содрала только листочки. Люляшки аппетитно запеклись, начинаем собирать. На кусочек лаваша выкладываем овощи, люля-кебаб, зелень, заворачиваем и по желанию обжариваем с двух сторон на сухой сковороде. Приятного аппетита!